Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Смотрю, что-то надо волосы красить. Корни-то уже отросли. Мы в гостях. Сейчас вам еще подарочки покажу из Казани. Вот, которые домой повезем. В гостях у свекрови, поэтому она ездила отдыхать в Казань. И привезла нам подарочки. Приятно очень. Настя, давай еще коробочку, там что-то еще там. Ты куда-то там утащила. Мы еще не все посмотрели. Я люблю Казань. А, да? Ты что? Ну, сейчас. Я люблю Казань. К чау. А, бурта с грецким орехом и шоколадом. А, я не знаю, что это такое. Вы знаете? А вот такая вот. Какая-то вкусняшка. Сейчас еще покажу вам кое-что. А вот что-то, в общем-то, интересное. Что-то из сладостей каких-то там. Это сготовлено по ГОСТу. Такая вот бурта с грецким орехом и шоколадом. В общем, будем пробовать. А, вот такой вот чак-чак. Чак-чак вот такой вот. Да, это чак-чак. Потом вот такой вот магнит Казань Татарстан. Коллекция магнитов на холодильник просто множится. Дальше. Остров Град Свияжск. Вот такой вот. И еще вот такой магнит Казань. Уже в Казани их еще там не были. И еще вот такая вот красивущая статуэточка. Лебедь и сердце. На полочку поставлю. А вы с Ильей были в Казани? А, вы с Ильей были в Казани? А, да, дети были в Казани, да, когда возвращались из Чебоксар. И когда туда ехали и обратно, а мы вот с Максимом еще не были. Ну, вот столько красивущих подарочков. Так что надо все упаковать и домой. На холодильника пополнение. Новый антураж. Такой вот красоты. Из Казани. Всё, прощай, фигура. Все. Не спрашивайте. Я все буду есть. Прощай, фигура, как говорится. Не знаю, что за сыр, не знаю, что за колбаса, но котлеты, говорят, вкусные. И салат. Что, смотрите, как красиво. На полочку вписалась. Тут у меня все такое. А, в золотой гамме. Это фотография с нашей свадьбы. Это мы в Египте. В одну из поездок. Еще дети такие маленькие. Это мы вот в августе были в аквапарке. Так, это мы привезли из Египта. Это тут у нас дельфин со слоником. Камушки с Крыма. Аромат мужа стоит. Тут такие эти красивые открываются. Красные монетки. И дальше что у нас? А на другой полочке у нас такая больше бронзовая, так скажем. Это мы тоже в одной из поездок в Египте. Это я тоже в Египте, это из Египта привезла. Это мы с Максимом в Египте. Другая поездка. Это мы тоже в Египте. Это еще одна поездка. С каждой поездки привозила рамки такие из Египта. В общем-то, такие красивые, есть что вспомнить. А вот этот вот подсвечник привезла тоже из Египта. Тут у меня такой китайский мужчина. Ну, в общем, вот такой вот симпатичненький уголок. Это из Иерусалима. Это подруга подарила после венчания нашего эту икону. Вот, ну, в общем, красивенько. Голубь
этот лебедь с сердцем вписались. Красиво, мне нравится. Вот такой небольшой уголочек вам показала. Что? Очень нам понравились водолазки. Настя зашла еще, купила какие-то другие. Зеленая. В прошлый раз ее мерили, но тогда она ее не взяла. В общем, все купила она еще зеленую. Классный цвет. А я такую бежевую. А вот. Значит, взяла. А она взяла синюю. Удобный, классный. Я сегодня в бежевую ходила, мне очень понравилось. Да? Синий ходил. Вообще, в общем, классная. Какие там цвета еще у них есть? Она ходила в другую. Это там же предприниматель тоже... держит. А, вот там у нее там шоу-рум. Бежевая, белая, желтые разные оттенки. О, смотрите, огонь какой цвет. Она другая, тебе такие не нравятся, она с горлом. А, она с горлом. А я с горлом там было много разных. Я с горлом не брала. А такого цвета не было, да, такой? А-а, я тоже хотела, такой нет. Такая фуксия. Какая яркая. А Настя сегодня, видите, в какой кофточке, которую мы там в шоу-руме-то купили. Красота. Слушай, ну мне тоже. А синяя у них есть еще такая? Да. Я тоже думаю, может, синюю мне взять у них. Ой, мы что, в одинаково купили? Ну, мы все равно в разные места ходим. Будем разные одевать. Вот, ну, в общем, понравились. Мне тоже понравилось. Она удобная такая. Угу. Удобная, классная, приятная, тепленькая. И мне нравится, что без горла. Чтобы, потому что вот когда тоналка, макияж, одеваешь, снимаешь. А я люблю с горлом, потому что я не люблю шарфы носить. Ну, в общем, цвет огонь. Я там еще такой костюм померила. Да? Сейчас покажу. Показываю фотку. Сейчас мы будем фотку с вами смотреть. Ну, тоже такая приятная, слушайте. Как раз таки. Ну, цвет огонь прям вообще. Огнище. Ну, что там? Покажи. Пошла? Сейчас загрузится. Давай. Не грузится. Вот. Такой ярко-розовый. О, какой красивый. Что стоит? Этот 3200. Там еще был вот такой вот зеленый, бежевый и черный. А он тонкий, получается? Он нет. Какой-то... Он не тонкий. Что за качество? Я не знаю, но он очень приятный. А, он тоже, получается, трикотажный. Он такой тепленький, как вот этот, наверное. А с горлом, да? Нет, у него горлышко такое небольшое. Не как вот здесь. Чуть-чуть побольше, чем тут. Ну, я не знаю, мне просто подумалось, что у меня штанишки ишь коротковатые. Угу. На меня больше, да, ростом пониже. Мне просто даже кофта понравилась. Да, красиво. Красиво. Так, зеленая смотрится. Вот розовая. Ага. Мне понравилось, что она очень яркая. Ой, ну круто, круто. Ну, красота. Что могу вам сказать? Опять покупочки, обновочки. Что я плов сделала? Заварила себе очищающий чай с девисилом. Фильтр пакетов. Программу Detox прохожу. Значит, второй этап вот здесь у меня, видите, заварено. Остывает. А плов сделала. С пылу жару, как говорится. Кипяток просто. Кипяток. Ну что, всем приятного аппетита. Ну что, только сегодня ехала в машине и вам говорила. В магазин не пойду, день пройдет без магазина. Нет, мы решили прогуляться вечерочком. Как стемнело, как говорится. Ой, ну прогулялись хорошо, но на улице, конечно, ветер прям холодный, ледяной. Я прям одевала теплый пуховик. Думаю, одену, чтобы прогуляться было нормально. Сейчас посмотрим, что все-таки мы взяли сегодня. Без покупок опять не обошелся день. Опять что-то понадобилось. К чаю все закончилось. Все схрумкали, как говорится. Ну, в общем-то, давайте, что ли, уже смотреть, потому что моя неизменная авоська, которая очень и очень выручает. Так, это мы купили. У нас там в подвальчике есть девочек, предприниматель. Овощами, всякосячими, какой-то печенье взяли. Так, это мы еще в аптеке прикупили. Так, что мы взяли? Пятерки взяли. Яйца. Взяли такие мешочки, узенькие, прям маленькие. Виноград.
Максим какие-то взял крендельки с солью. А вот такую вот шоколадку, клубника, малина, черника, черная смородина, взрывная карамель. Вот. Хлеба дома нема. В общем, хлеба взяли. Антарктик гриль. Так, это вот у нас получается классический сыр, баварушка, вот такой вот сыр галат, филе бурский с филе сочного окорока и конфеты. Беловежская пуща, производство Белоруссия. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.